Поисковики Хакасии обращаются к жителям республики с просьбой помочь найти родственников братьев Чистобаевых, погибших в Великую Отечественную войну. Андрей и Михаил Чистобаевы были призваны на фронт из села Усть-Есть Аскисского района. Летом 47-го их мать Степанида Ивановна оставила анкеты на розыск сыновей, не вернувшихся с войны. По архивам поисковикам удалось установить, что Михаил погиб в бою в марте 44-го года. Он захоронен в Эстонии. На мемориальной плите имя Михаила Чистобаева указано с ошибкой, поэтому так долго не удавалось его отыскать. Судьба Андрея пока не установлена. Есть сведения, что он проходил службу в 23-м гвардейском стрелковом полку 8-й гвардейской дивизии имени генерала Панфилова и был награжден медалью за отвагу. Часть по Андрею Захаровичу я нашел в Центральном архиве Министерства обороны, когда работал. Там нашел по награждению его, о нем информацию. Ну а уже когда стали документы появляться в открытом доступе в интернете, в ГД «Мемориал», «Память народа», я уже нашел второго брата Михаила Захаровича. Но если родственники найдутся, я, конечно, передам документы. То есть я ему расскажу, что какую работу дальнейшую, если захотят, ну, продолжить. Какая-то может быть архивная, официально нужна будет справка. То есть я подскажу, как это сделать.